Посмотрим, что сделала Дора. Могу сказать из того, что мы разбирали и слушали. С платины трек. На мой взгляд, два отдельных очень сильных трека от платины и от Доры. Как будто бы на одном треке. С Maybe Baby. Очень сильный парт от Доры. Поэтому с точки зрения ожиданий, ожидания очень высокие. Ожидания хорошего качества. Produced by X-Winner и Gore Ocean. Или Gore Ocean. Да. Ну, смотрим. Из альбома Miss 2022 года, да, по ходу дела. Смотрим. Что это такое? Interpolate со скорбинка. By Maybe Baby. Окей. Качество, да, качество звучания интересует. И есть ожидания высокие. Надеюсь, оправдается все это. Погнали. Гордо. Чую только новый запах от Шанель, девочки на сцене, модели, мальчики в отеле, под дверью маленькая стерва, как maybe love, love boy мой, последний дор, всегда готов, нежная кожа, голос от Бога, мы не увидимся больше, у меня тур на 3 года, love, love boy, липсик розовее небо, со мной мои девчонки, мы молодые, провести со мною время, сори, но на меня закончились билеты. Лава, лава, бой, как ожога на моей коже, Китти. Лава, лава, бой, я с тобой изучу секс и джитсу. Лава, лава, бой, как ожога на моей коже, Китти. Лава, лава, бой, я с тобой. Я хочу все и сразу. Хороший контраст на брезе. Быть со мной сейчас, это напрасно. Для меня ты лишь лавобой. Я хочу все и сразу. А ты хочешь лишь быть со мной сейчас, это напрасно. Для меня ты лишь лавобой. Лава, лавобой, как ожога на моей коже, Китти. Лава, лавобой, я с тобой изучу секс и джитсу. Лава, лавобой, как ожога на моей коже, Китти. Лава, лавобой, я с тобой. Да, слайды прикольные на басе, да. Лички как будто какие-то. Еще раз. Как будто бы что-то позитивное, да, начинается так, как будто что-то у нас позитивненькое, прям совсем гитарочка такая, прям что-то прям супер позитивное. Тут немного там ноточка грустинки, да, такая есть у Дора. Изучу секс и джитсу, лава, лава, бой, как ожога на моей коже, Китти. Лава, лава, бой, я с тобой. Бридж надо без текста послушать. Они ходят тенями за мной, но меня волнуют только тени на лице, знаю, выучу ли подвох, а я чую только новый запах от Шанель. Чуть потише бы слайды в бите. Девочки на сцене, модели, мальчики в отеле, Убас. Под дверью маленькая стерва, как maybe love, love boy мой, последний дор. Слишком лезет она в капу. Всегда готов, нежная кожа, голос от Бога, мы не увидимся больше. У меня тур на 3 года, love, love boy, липсик розовее небо. Со мной мои девчонки, мы молодые. Со мною время, сори,
но на меня закончились билеты. Love, love, boy, как ожога, и мои кожи кити. Love, love, boy, я с тобой, изучу секс и джитсу. Love, love, boy, как ожога, и мои кожи кити. Love, love, boy, я с тобой. А я хочу все и сразу, а ты хочешь лишь быть со мной сейчас. Это напрасно, для меня ты лишь лавобой. Я хочу все и сразу, а ты хочешь лишь быть со мной сейчас. Это напрасно, для меня ты лишь лавобой. Мне понравился бридж. Как ожога на моей коже кити. Love, love, boy, я с тобой, изучу секс и джитсу. Love, love, boy, как ожога на моей коже кити. Love, love, boy, я с тобой, boy, я с тобой. А я хочу все и сразу, а ты хочешь лишь быть со мной сейчас. Это напрасно, для меня ты лишь лавобой. Я хочу все и сразу, а ты хочешь лишь быть со мной сейчас. Это напрасно, для меня ты лишь лавобой. Лава, лавобой, я кажу... Попытка, да, вот уйти в ямочку, в контраст. Здесь протяги как-то слишком... Раз уж ушла туда вниз, да, так сказать, в ямку, да, по протягам, по вокализмам, мне кажется, поинтереснее можно было сделать. Тут легкий припев очень хороший. Но я типа жду качества очень высокого вообще, да, от Доры. То есть она может туда, да, вот туда в качество, там, в Кэти Перри, в Дуа Липы, в Тейлор Свифт, туда, короче, она может играть, да. У нее очень интересный голос, очень интересный тембр. Вот этот вокализм и все вот у нее постоянно в каждом слышится, ну. Поэтому, типа, ну, очень высокая планка у нее. То есть это может быть такая прям поп-дива, да, очень, очень серьезная поп-дива. Еще раз трек. Сильный трек, сильный трек, сильный трек, без базара. Ожога на моей коже кити. Love, love, boy, я с тобой, изучу секс и джитсу. Love, love, boy, как ожога на моей коже кити. Love, love, boy, я с тобой. А я не ходят тенями за мной, но меня волнуют только тени на лице. Я выучу или подвох, а я чую только новый запах от Шанель. Девочки на сцене, модели, мальчики в отеле, под дверью маленькая стерва. Накручивает, 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 накручивает. Мой последний дор всегда готов. Очень хороший дроп такой, да. Кожа, голос от Бога. Мы не увидимся. Куплет шикарный. Больше. Куплет топовый. У меня тур на три года. Лав, лав, бой, липсик, розовый неб. Со мной мои девчонки, мы молодые, селеб. Мальчик так хотел провести со мною время. Сори, но на меня закончились билеты. Билеты. Прям четко, вообще четко. Завершила круто. Куплет очень крутой. Очень крутой, продуманный, сильный куплет. Да, сильно, сильно, сильно. Нравится куплет, нравится очень. Как ожога на моей коже кити. Лава, лава, бой, я с тобой, изучу секс и джитсу. Лава, лава, бой, как ожога на моей коже кити. Лава, лава, бой, я с тобой. Я хочу все и сразу, а ты хочешь лишь быть со мной сейчас. Это напрасно, для меня ты лишь лавобой. Я хочу все и сразу. Задумка по биту шикарная. Вообще задумка по идее, по песне очень хорошая. Да, с бриджиком, с ямкой. Но реализация мне не нравится от самой Доры здесь. Куплет на голову выше. Припев обалденный, круто все качается. Здесь немного динамика сбивается для меня и вайб. Чуть-чуть. Чуть-чуть не то. Она может лучше, 100%. Не дотянула. А ты хочешь лишь быть со мной сейчас. Это напрасно, для меня ты лишь лавобой. Лава, лавобой, как ожога на моей коже кити. Лава, лавобой, я с тобой. Куплет просто бомбический. Куплет, припев, круто, круто. Сильный трек, сильный трек.
Сильный трек, друзья мои. Сильный трек. Давайте оценим. Сильный трючок. Так. Тенями на меня волнуют только тени на лице. Знаю, вы учули подвоха, я чую только новый запах от Шанель. Девочки на сцене, модели, мальчики в отеле под дверью, маленькая стерва, как Мэйби. Ловер-ловер, будем мы последние, Дора всегда готова. Нежная кожа, голос от Бога, мы не увидимся больше. У меня тур на 3 года. Ловер-ловер, бой, липстик, розовое небо. Со мной мои девчонки, мы молодые селебы. Мальчик-то хотел провести со мной время, сори, но на меня закончились билеты. Да. Неплохо. 9 за текст. Да. Неплохо. Так, я хочу со мной сейчас, напрасно. Да. Да. Угу. Да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. По ритмике, по задумке, по интро, по музыке, даже по самой задумке, бридж там в тему, да, куплет тут очень круто сделан, припев, трек не затянут, 2:37 звучит нормально. Да, я думаю, что по задумке, по структуре, блин, 10 я готов поставить. Да. Реализация выбранного стиля 9. Да, за бридж. Индивидуальность и харизма 10 баллов. Очень выделяется здорово на современном рынке. Атмосфера и вайб. Четыре. Популярность 5. Да. Да, я думаю, да. Трек идет в плейлист. Мейнстрим. 80 баллов. Мейнстрим 2022. Хотя, я не знаю, между 4 и 5. За один лишь бридж. Куплет разъеб. Припевы тоже очень крутые. Между 4 и 5, я думаю, по атмосфере. Вот реально. В мейнстрим 22 года в плейлист улетает трек Ловербой от Доры, конечно же. Напишите 4 или 5. Я думаю, между 4 и 5. Потому что, типа, ну, только бридж, да, только бридж смущает. Только бридж смущает. Но это очень субъективно. Напишите, кстати, кому будет интересно, да, напишите, как вам бридж. Как лично вам он. Только старайтесь его отдельно услышать, а не в контексте с тем, что вам охуеть как понравился припев. Вы такие, блин, крутой куплет. И вообще, Дора, это заебись. Чисто постарайтесь расслушать вот кусок трека. 4 много, вижу, да, с твича вижу много 4, но 5 больше. Но не калитка. Не калитка, друзья мои. Бридж так себе, вайб крутой, но не 5. Вот. Бридж 50/50. Бридж классный, чем-то напоминает Федука. Не, Федук, он глубже в эмоции погружается. Ты вот там вот этот постоянно голос, тембр. Не, он Федук, вот как раз таки. Вот Федук в этом бридже пробил бы докуда надо по эмоциям. Если бы он, ну, типа, сделал хорошо, имеется в виду. Короче, много, да, братва? 4 тоже я вижу много от вас. 4 много. 5 больше, без базара. Но 4 тоже достаточно таки много. Ой. Пять. 5 полетели, 4. Ну так Дора безэмоционально делает эту ее особенность. Безэмоционально делает Дора, нихуя себе. Ты имеешь в виду без экспрессии, но эмоций очень много в ее голосе, в ее вокализме очень много. Ну вот нету, блин, нету тут, нету этого. Короче, 4. Да. 4. Нет калитки в чате. 5 больше, но калитки нету. Если я сомневаюсь, я поставлю 4. Да.
Тем не менее, 80 баллов. Даже с таким множителем было бы 86. Разница довольно-таки значительная. 80 баллов, тем не менее, все, что 80 плюс, это прям, ну, дико крепкие треки. 80 плюс, это прям уже очень-очень хорошо, да. Сильнейший трек за сегодняшний день. Пока что, по крайней мере, точно. Да.